Monogram Pictures Corporation представляет. Борис Карлов в фильме «Смертельный час» при участии Мэрджори Рейнольдс и Гранта Уизерса. Режиссер Уильям Най. Автор сценария Скотт Дарлинг. По роману Хью Уайли Джеймс Левонг. Оператор Гарри Ньюман. В фильме также снимались Чарльз Троубридж, Фрэнк Паглия, Крейг Рейнольдс, Лита Шевре, Гарри Стрэнг, Хупер Эчли и другие. Дворец правосудия. Отдел по расследованию убийств. Капитан. Привет, Майк. Что нового для сегодняшнего номера? Ничего. Скажи капитану, я здесь. Не получится, мисс Логан. Зайдите попозже. Капитан Стрит расследует очень важное дело. Все в порядке. Значит, важное. В результате оказалось, они просто ревновали друг друга и хотели насолить. Привет, мальчики. Сколько раз тебе говорить, не вламывайся в мой кабинет. Не ори на меня, мне нужны новости. Ты наверняка знаешь эту чертовку Бобби Логан. Она готова сама выкапывать трупы ради сенсации. Иди проверь отпечатки. Хорошо, до свидания. Вежливый полицейский. Прошу, Билл, мне нужна статья для сегодняшнего номера. Все тихо и спокойно. Ничего нет для дневного выпуска. Капитан, звонил коронер только что. В морг привезли Грейди. Никто не знает, что случилось, но его убили. Для него это удар, Майк. Еще бы. Они с Дэном были как братья. Я знаю. Почему тебе кажется, что его тело пытались спрятать? Во-первых, оно было найдено на берегу залива. По всему видно, оно находилось в воде какое-то время. Этим были связаны ноги. Также на теле обнаружены синяки. Его связали и бросили в воду. Именно, Билл. Но сначала застрелили. Да. Ты уже передал пули на экспертизу? Да, вот его одежда. Взгляни. Кто же это сделал? Энди, проверь одежду, может, что прояснится. Спасибо, док. Я еще свяжусь с тобой насчет Дэна. Пока, Билл. Это все ужасно, Билл. Я не могу успокоиться. Дэн не первый, чье тело находят в этой бухте. Все это как-то странно. Да, я в курсе. Знаете, он занимался расследованием дела о контрабанде. Да, видимо, убийство связано с этим. Он мог выйти на след преступника. Ты знал Грейди. Он всегда любил опасные дела. Но это убийство, и им займется мой отдел. Да, можешь привлечь к расследованию всех людей. Я так и сделаю. Я обязан найти того, кто убил Дэна. Уверен, ты найдешь, Билл. Удачи. Спасибо. Мне так жаль, Билл. Буду рада помочь. Спасибо, Бобби. Знаешь, до сих пор не верится. Его жена знает? Молли? Пока нет. Бедняжка. Можешь мне кое в чем помочь? Конечно. Все, что угодно.
Пойди к Молли и сообщи ей о случившемся. Но мягко. Она меня плохо знает. Ты должен сам ей сказать. Я не знаю. Ну ладно, Билл, хорошо. Я приехал, как только узнал. Рад тебя видеть. К сожалению, не могу расследовать это дело официально и тем более заниматься им самостоятельно. Я сделаю все, чтобы помочь тебе. Дэн Грейди был и моим другом. Спасибо. Ты знаешь, что это для меня значит. Не спеши благодарить. Раньше мне удавалось находить преступников, потому что каждый раз в деле был замешан идиот. Дэн занимался делом о контрабанде. А контрабанда в Сан-Франциско — часть жизни. Пойдем заглянем к нему в кабинет. Хорошо. Жена и ребенок. Ты сказал, что он расследовал дело о контрабанде? Да, там была целая сеть. Я отдал дело Дэну, ведь он родился и вырос в Сан-Франциско и знал каждый его уголок. Судя по тому, где было найдено тело, он искал что-то в портовой части города. Да, но что? Смотри, что это? Да это же редчайший изумруд. Никогда не видел такого красивого. Огранка времен династии Мин. Я знаю, что технология была утрачена сотни лет назад. Этот камень стоит $3000, да? Наверняка Дэн напал на след. Возможно, поэтому его и убили. Да. Я видел много похожих за последние 3 месяца. Из захваченных провинций? И даже из района Лао-Дзи. Ты мне не веришь? Руки иноземцев вырвали его из оправы. Даже в Древнем Китае не пытались так победить на войне. Где ты это взял? Он лежал в ящике стола убитого полицейского. Полицейского? И хорошего человека. Ты мне поможешь? На Маркет-стрит есть магазин под названием Белденс. Там мудрый человек может стать еще мудрее. Современные драгоценности. Здравствуйте, я мистер Белден. Чем могу помочь? Меня интересует стоимость этого камня. Конечно. Очень необычный камень. Великолепная огранка. Но, боюсь, я не могу оценить его объективно. Но я думал, вы специализируетесь на восточных драгоценностях. У меня только одни копии. Драгоценности у нас стоят по $50. Боюсь, вы не по адресу. Похоже, что так. Доброе утро, папа. Предлагаю вам обратиться в другой ювелирный магазин. Я вам ничем не могу помочь. Извините за отнятое время. Ничего страшного, мне жаль, что не смог вам помочь. Детектив Диджей Грейди. Да, шеф, парень был что надо. Помню его лицо. Эти усы, галстук. Да, это он. Вы уверены? Да. Где вы его видели? Он ехал на автобусе в город. Когда это было? В 12 пополудни. В 12? Неужели? Да. К этому времени его труп уже 3 часа пролежал в морге. Да? Да.
Готов поклясться на Библии, это был он. Конечно, мы все иногда ошибаемся, но все равно... Спасибо, что пришли. Не за что, инспектор, не за что. А может, это его двойник? Да. Говорят, у всех есть двойники. Конечно, даже у меня, конечно. И даже у вас, да. Майк, соедини меня с Бобби Логан. Да, сэр. 6-4-100, пожалуйста. Привет, Бобби. Я как раз пытался тебе позвонить. Мы куда-то идем? Да, ты куда-то идешь. Что ты опять такое напечатала? А что такого? Вдруг кто-то его видел? Видел. Я не собираюсь принимать у себя сегодня половину Сан-Франциско. Да. Логан не отвечает. Где мне ее теперь искать? Попробуй у меня в кабинете. Разные люди видели Дэна Грейди в 5 частях города в одно время. Но это... Видела парня, который только что вышел отсюда? Да. Сегодня днем он ехал с Дэном в автобусе. Но это глупо. Конечно, глупо. И мне приходится это выслушивать. Поздравляю, из-за тебя я потерял целый день. Да, Майк. Пришел мистер Лайонс. Он говорит, что видел детектива Грейди. Что? С ним поговорит мисс Логан. Ты слышала? Спасибо. Давай, иди. Вы мистер Лайонс? Да. Я мисс Логан. Это я поместила фотографию в газету. Очень приятно. Я видел этого человека вчера вечером. Вы уверены? Конечно. Мы долго разговаривали в баре. Добрый день, мисс Логан. Я пришел по вашему объявлению. Да хватит уже, мистер Вонг. Расскажите все подробно, но быстрее. Что-нибудь узнал? Я зашел к одному своему другу в Чайна-тауне. Он посоветовал мне заглянуть в магазин Бледенс на Маркет-стрит. Бледенс? Да, ювелирный магазин. Точно. Пошлю туда пару человек. Нет, думаю, пока стоит оставить все как есть. Стрит, я нашла его. Кого? Этот человек видел Дэна Грейди. Бобби, мы, кажется, все выяснили. Но этот человек с ним говорил. Ладно, помолчи. Во что он был одет? Он был одет как матрос. Короткая куртка, свитер, серые штаны и кепка. Где вы его видели? В клубе «Нептун». Он выпивал в баре. Во сколько это было? Примерно в 8:30. Все сходится, Вонг. Да. Конечно. Глупо говоришь. Если бы не я. Тихо. Вы на 100% уверены, что видели именно этого человека? Да. Я случайно опрокинул свой стакан, и все вылилось на него. Я извинился, и мы разговорились. Что было потом? Пару минут мы разговаривали о футболе, потом я пошел домой. Вот и все. Из клуба «Нептун». Да, когда я уходил, он еще был там. Большое спасибо, вы нам очень помогли. Мне полагается какое-то вознаграждение. Видите ли, этим занимается мисс Логан. Простите, мистер Лайонс, боюсь, вознаграждения нет, но я с удовольствием упомяну ваше имя в своей статье. По этому делу. Вас зовут Холмер? Да, Холмер. Холмер. Спасибо. Жаль, нет фотографии. Почему же? Я как раз принес на всякий случай. Большое спасибо, мистер Лайонс. Спасибо вам. Всего хорошего. Жду твоих извинений, Стрит. Обязательно попрошу мэра подарить тебе ключ от города. Отлично. Полиция благодарит Холмера за единственную зацепку. Как вам, мистер Вонг? Слабовато. Этот человек заслуживает большей благодарности. Надеюсь, вам эта информация пригодится. До встречи. Сначала научись гостеприимству. Мне надоело чувствовать себя обузой. Я уже не думаю, что ты поступила глупо. Стрит, что тебе известно о клубе «Нептун»? Немного, Вонг. Давай где-нибудь поужинаем, а потом съездим туда. Я хочу поговорить с этим Гарри Локетом. Гарри Локет? Да, он владелец клуба «Нептун». Его еще называют Грубиян Гарри. Грубиян? Он игрок? Да, игрок, контрабандист, вор, все вместе. Клуб «Нептун». Come on.
Что нового? Ничего. Как дела наверху? Народу много, но играют лишь некоторые. Таня уже пришла? Нет. Как придет, пусть зайдет ко мне. Хорошо. Принесите мартини, пожалуйста. Ничего не узнаешь? Что? Уверен, ты даже не знаешь, какой сегодня день недели. Конечно, знаю, пятница. Именно поэтому ты так хотел рыбу. Мы пришли сюда, потому что сегодня юбилей. Кто там? Это я. Таня пришла, но с ней Белден-младший. А он от нее не отстает. Пригляди за ними. Хорошо. Послушай, Таня, каждую ночь я представляю себе наше будущее. Пока я могу тебе предложить немного, но я готов на все, чтобы сделать тебя счастливой. Прости, Фрэнк, мне надо поправить макияж. Конечно. Чего ты хочешь? Мне кажется, я запретил тебе встречаться с Белденом. Это мое дело, и тебя это не касается. Чего ты хочешь? Повесить нам на шею старика? Держись от этого мальчишки подальше. Иначе что? Мне уже надоело помогать ему в грязных делишках, бояться, что меня поймают. А тут подвернулся сынок. И что тогда делать со стариком? Фрэнк хочет жениться на мне. Ничего себе. Может рассказать старику, что он здесь? Я не позволю, чтобы с этим мальчиком что-то случилось. Как мило. Он тебе правда нравится? Возможно. Сейчас достойные люди такая редкость. Успокойся, хватит. Будь благоразумной. Уведи мальчишку. Нам не нужны проблемы, девочка. Не нужны. У меня разболелась голова, Фрэнк. Наверное, из-за выпивки. Мне жаль. Может, тебе лучше подышать свежим воздухом? Прокатимся? Да. Привет. Налей мне выпить. Как обычно, ты знаешь мою дозу. На форме как надо. А я знаю вас. Вы Логан из газеты «Хэралд». Мы знакомы? Парень, про которого вы написали, был отличным полицейским. А я — обычный пьяница. Вы не забыли про свой ужин? Какой ужин? Который вы заказали. Я заказал? Вы уверены? Конечно. Бред. И вообще пить лучше с закуской. Тогда мне мясо. Не звоните мне. Всегда забываю, заказывал я ужин или нет. Как вам здесь? Отлично. Вы очень гостеприимны. А это и неудивительно. В клубе «Нептун» по-другому не бывает, мисс Логан. Ничего себе, я знаменита. Гореть в аду тому, кто не узнает ваше красивое личико. Я Гарри Локет. Очень приятно.
Я наслышана о вас и клубе «Нептун». Я уж понял, судя по сегодняшнему номеру «Хэралд». Похоже, вы недовольны? Так и есть. Мне не нравится подобная публичность. Неужели? Да. Может, поговорим у меня в кабинете? Почему бы и нет? Пойду посмотрю, что сзади. А я буду внутри. Мисс Логан, нам не нравится, когда здесь крутятся газетчики. Я вас поняла. Советую сделать здесь звукоизоляцию, чтобы не было слышно этого шума. Это так, небольшой дружеский совет. Спасибо. А теперь совет вам. На вашем месте я бы не стал больше писать статьи о клубе «Нептун». Не вам указывать мне, что печатать в «Хэралд». Я говорю вам, что не стоит печатать. Вам лучше держаться отсюда подальше. Это в интересах вашей же безопасности. Иногда некоторым бывает плохо. Да, например, Дэну Грейди. Девочка, не лезь куда не следует. Кто там? Капитан Стрит. Что ты тут делаешь? Мистер Локет сказал свое предложение по поводу новостной политики «Хэралд». Ладно, Бобби. Послушай, Билл. Ну же, иди. Привет, грубиян. Привет. Выпьешь? Нет, спасибо. Чем обязан, Стрит? Полагаю, ты читал о Дэни Грейди? Да, мне жаль. По-моему, я его знал. Да, все в портовой части города знали Грейди. Он вел дело контрабандистов. Странно, что ты его не встретил. Этого не было, Стрит. Нет, было, Локет. Вчера он был в твоем баре в 8:30 вечера. Может, и был, как и многие другие. Вчера было много народу, и никто не видел Дэна Грейди. Мои парни нет. Как только я увидел газету, я сразу всех расспросил. Можешь сам с ними поговорить? Может, и поговорю. Посмотри там. Не обращай на меня внимания, Гарри. Возможно, я слишком резок. Дэн был моим другом. Его тело нашли сегодня на пляже. Оно было в воде 12 часов. Тебе не кажется, что с ним жестоко поступили? Стрит, говорят, утонуть значит умереть легко. Но перед тем, как бросить Дэна в воду, в него дважды выстрелили. Это потяжелее будет. Стрит, если я смогу чем-то помочь, открой эту дверь. Открой!
Привет, Стрит. Как ты туда попал? По секретной лестнице в старом доме. Секретная лестница? Да, она была здесь, когда мы его купили. Но она до сих пор отлично вам служит. Это грубиян Гарри Локет, мистер Вонг. Китайский полицейский. Именно, мистер Локет. Китайский полицейский. Но вернемся к секретной лестнице. Боюсь, мы спугнули одного из ваших людей. Он не рискнул познакомиться с моим другом, капитаном Стритом. Морепродукты — наша специализация, мистер Вонг. Возможно, это был человек с баржи с рыбой. Он увидел, что я занят, и ушел. Очень хорошая причина для бегства. Он проходит здесь, потому что ему не нравится идти через кафе. Его одежда очень интересна, мистер Локет. Еще как. Я все понял, грубиян. Если узнаю, что Грейди убили здесь, разорву тебя на части. Если такое случится, я тебе помогу. Пошли, Вонг. До свидания, мистер Локет. До свидания, мистер Вонг. Прости, не знала, что ты занят. Уже нет. Мы как раз уходим. Простите, но ведь мы уже встречались. Серова, но мы не встречались. Простите, теперь я понял, почему ошибся. Только что я видел вас в машине с мистером Белтоном-младшим. Что вы там делали? Мы тут ужинали. А что не так? Простите, ребят, мисс Серова, но любопытство — их работа. Это мистер Вонг, знаменитый детектив, а это капитан Стрит, полиция Сан-Франциско. Мне сказали, ты нашел мою пудру. Да, она та. Заходите в любое время, мальчики. Теперь твоя очередь проведать нас. Спасибо за помощь. Почему ты не избавилась от Белтона, когда я сказал? Я избавилась, проводила его до парковки. Чего они хотели? Ты же читаешь газеты, должна догадаться. Этот мертвый коп до добра не доведет. Мне это не нравится, Гарри. Расслабься. У них на нас ничего нет. Да, Грейди был здесь вчера вечером. Но что это доказывает? Плохи наши дела. Только не говори, что мисс Серова боится. А вдруг что-то всплывет? Я не хочу быть замешанной в убийстве. Прощай. Постой. Ты уйдешь, когда я скажу. Ты мне угрожаешь? Возможно. Не надо, Гарри. Я знаю слишком много. Всякое случается с теми, кто знает слишком много. Их вылавливают в заливе, как одного полицейского. Хорошо, ты подловил Гарри с этим торговцем морепродуктами. Еще больше меня смущает леди, которая потеряла пудру. Это да. Как ее зовут? По-моему, я сказал тебе проваливать. Ты всегда так говоришь. Ты не поедешь в полицейской машине. Ну и ладно, высади меня на перекрестке. Говорю, мне все это не нравится. Я не хочу рисковать. Сначала убийство копа, а теперь еще эта болтливая девка. Да. Да, мне тоже так кажется. Моя идея перевернет мир радио, мистер Форбс. Тем не менее, я против продолжения программы. Форбс. Белденс занимается этим уже много лет. Реклама была отличной. Я уже все сказал. Как я объясню эти расходы кредиторам, которых представляю? Мистер Форбс, уверяю вас, моя новая идея вызовет интерес, особенно среди клиентов Белденс. Я могу судить только по прошлым показателям, мистер Грисвальд. Расходы слишком высоки. Я пойду. Да. Но, мистер Форбс, это же новинка. Я смогу привлечь все слои населения, мужчин и женщин. Мистер Форбс, у меня получится.
В настойчивости вам не откажешь. Эта программа обречена на коммерческий успех. Дайте ему шанс. Взгляните, и вам все станет ясно. После рекламы музыка затихает, и слышатся шаги. Прочитайте вот отсюда. Какая-то у вас тут мелодрама. Но именно это сейчас и нужно людям, мистер Форбс. Такие программы пользуются успехом. Предлагаю попробовать пару недель. Увидите результаты. Ладно, попробуем. Спасибо, мистер Форбс. Уверен, вы не пожалеете. Сегодня мы выходим в эфир с 10 до 10:15 вечера. Надеюсь, будете слушать. Обязательно. Мне пора. До завтра. Привет, Фрэнк. Привет, мистер Форбс. Как дела, папа? Лучше не бывает, учитывая, что мне нечего сказать про свой собственный бизнес. Когда ты возьмешь меня в долю? Пока еще рано. Но мне надо зарабатывать. Неужели? Да, я скоро женюсь. На ком? На этой Серовой? Да, на мисс Серовой. Откуда ты ее знаешь? Я следил за тобой. Ты уже месяц встречаешься с этой авантюристкой. На твоем месте я бы выбирал выражение, папа. Мы потом оба пожалеем. Я не изменю своего решения. Я не позволю тебе разрушить свою жизнь и будущее ради этой непотребной... Хватит! Прости, папа, но... Я уже все решил. Ты никогда не женишься на этой женщине. Никогда! Доброе утро. Все на мази? Не считая полицию, да. Забудь об этом. Принеси отчеты за вчерашний день. Хорошо. Ты копался у меня в столе? Я? Да я никогда не трогаю ваши вещи, босс. Что-то пропало? Да, мой пистолет. Паршиво. Когда вы последний раз его видели, босс? Не знаю, думаю, вчера. Можно с вами поговорить? Вы с ума сошли приходить сюда после того, что произошло? Я же сказал, товар будет у вас, как только минует опасность. Я здесь не поэтому. Объясните, что делает Серова рядом с моим сыном. Я старался как мог. По большому счету, не такая уж плохая идея, своего рода тесное сотрудничество. Вы с ума сошли? Мой сын не имеет к этому никакого отношения. Я связался с вами только, чтобы спасти свой бизнес и выплатить долги. Я не хочу, чтобы он разрушил свою жизнь, а именно к этому и приведет этот брак. Это ваша проблема. У меня есть дела поважнее, чем нянчиться с влюбленным идиотом. Если вам дорога жизнь, вы что-нибудь предпримете. Обещаю, Локет, если с моим сыном что-то случится, я все сообщу полиции. И о себе? Да. Понятно. Хотите провести несколько месяцев в Алькатрасе? Меня ничто не остановит. Алло, Таня? Это Гарри. Я хотел извиниться за то, как разговаривал с тобой вчера. Я погорячился. Мы оба вспылили и наговорили кучу глупостей. Послушай, Таня, надо встретиться. Я хочу кое-что с тобой обсудить. Думаю, тебя это заинтересует. Хорошо. Вечером я приду. Пока.
Надеюсь, я не заставил тебя ждать. Все нормально. Мистер Вонг! Мистер Вонг! Все в порядке, он промахнулся. Слава богу. Кто это был, сэр? Понятия не имею. Но выстрел был сделан отсюда. Сейчас узнаем, кто это. Он скрылся через заднюю дверь, оставив ее открытой. Кто бы он ни был, он убил мистера Белтона. Что? Не может быть! Сообщи Стриту. Да, сэр. Дело становится все запутаннее. Они такие же, как мы нашли в офисе Грейди. У Белдена целое состояние, не понимаю, почему у него столько было долгов. Возможно, он занялся этим бизнесом, чтобы избавиться от них. Как зовут заемщика? Вдруг он сможет нам помочь? Его зовут Форбс. Где он живет? В центре города. Надо будет к нему заглянуть. Фрэнси, позвони в мой офис, пусть вызовут Белдена-младшего. Когда я приеду, он должен быть уже там. И жди коронера. Да, сэр. Добрый вечер, господа. Нам нужен мистер Форбс. Кто его спрашивает? Капитан Стрит из департамента полиции. Комната 22, пожалуйста. К вам капитан Стрит из департамента полиции, мистер Форбс. Да, сэр. Можете подниматься, капитан Стрит. Номер 22. Капитан Стрит. Интересно, что ему нужно. Вдруг я не оплатил штраф за превышение скорости? Простите. Рэй, подержи мои, хорошо? Конечно, но в 10 мне надо уходить. Уверен, я недолго. Капитан Стрит, это мистер Вонг. Очень приятно, мне тоже. Проходите, господа. Спасибо. Мне жаль, что прервал вашу игру, мистер Форбс. Ничего страшного, присаживайтесь, господа. Я вас наслышан, мистер Вонг, очень рад встрече. Спасибо. Чем могу помочь, господа? У нас не очень приятный повод, мистер Форбс. Владелец ювелирного магазина мистер Франк Белден-старший полчаса назад был найден мертвым у себя в подсобке. Что? Бедняга Фрэнк. Я и не думал, что он был в таком отчаянии. Да, его финансовое положение было не из лучших, но это не самоубийство, мистер Форбс. Его убили. Даже не знаю, что сказать. Мне надо выпить. Вы не хотите, господа? Нет, спасибо. Спасибо. Убили. Кто его нашел? Расскажите подробнее. Тело нашел мистер Вонг. Вонг? Вы были в магазине? Я изучал товар Белдена, и вот что нашел. Он стоит как минимум 2-3 тысячи долларов.
Там есть еще несколько столь же ценных камней. Я думал, он торговал дешевыми безделушками. Неужели он скрывал от меня драгоценности? Это мы и хотели узнать. Я хочу отправиться в магазин и осмотреть весь товар. Вы не против? Нет, отличная идея. Может, сигару, господа? Да, спасибо. Нет, спасибо. Вы должны знать еще кое-что. Этот камень — контрабандный товар. Один наш человек был недавно убит, расследуя дело контрабандистов. Похоже, след вел в магазин Белдена. Ничего хуже и придумать нельзя. Простите. Да? Да. Это вас. Спасибо. Стрит у телефона. Что? Уже еду. Этажом выше стреляли. Мы можем здесь подняться? Да. Это же Серова. Ничего себе. Прямо над моей головой произошло убийство. Да? Вы здесь работаете? Да, сэр. Я уже вызвал полицию. Спасибо. Что вам известно? Ничего. Только что рассказала мисс Томпсон. И что она сказала? Я был в лобби, когда она вдруг закричала: «Мисс Серова убивают!» Ладно, успокойтесь. Садитесь. Что вы слышали? Я сидела с чашкой кофе у окна в номере 32. Который был час? 10:14. Как вы запомнили именно это время? Я не уверена, но когда услышала выстрел, было 10:15. Где-то минуту они спорили. Кто? Мисс Серова и мужчина. А о чем спорили? Она сказала в трубку: «Отстань от меня, иначе я все расскажу полиции. Не указывай мне, что делать». И тут мисс Серова закричала: «Не стреляй!» Вполне возможно, Стрит. Трубка снята. Да. Вы узнаете человека по голосу? Нет, но он был ужасен. Кто-нибудь поднимался наверх? Нет, сэр. Может, вы проглядели? Я никого не видел. Ладно, пока все, идите вниз. Привет, док. Сделайте необходимые снимки. И еще приготовьте мне... А вот и наша всезнайка. Что вылупилось? Иди, работай. Постарайтесь, чтобы в кадр попало все. Хорошо, Билли. Что ты тут делаешь? Я же велел тебе следить за грубияном. Так я и следил, но в 9 вечера на Маркет-стрит такое движение, что я его потерял. Конечно. Быстро звони мне в офис. Участок, пожалуйста. Помнишь, мы видели Серову с тем парнем-грубияном Гарри? Час назад он был на Маркет-стрит. Это он. Минутку, капитан, это Майк. Алло, Майк. Грубиян был на Маркет-стрит примерно час назад. Пошли к нему пару ребят. Что? Грубиян Гарри сидит у меня в кабинете уже час. Заткни ее уже. Давай, заканчивай. Алло, Майк. Мне надо, чтобы ты задержал грубияна Гарри. Не знаю как, но ты должен это сделать. Билл, иди сюда. Замолчи. Но, Билл... Исчезни. Мистер Вонг, домработница, видела, как мужчина уходил через черный ход. Садитесь. Простите, кто вы? Я убираюсь на этом этаже. Где вы были? Она смотрела на дверь. Можешь помолчать? Вы сказали, что видели человека на черной лестнице. Я заканчиваю в 10 часов. Я как раз спускалась по лестнице, когда он вошел. Кто вошел? Молодой человек. Какой молодой человек? Мистер Белден. Белден-младший. Он всегда пользуется задним входом? Иногда. У него есть свой ключ? Да, сэр. Все ясно. Арестовать Белдена-младшего? Не понимаю. Пока все, спасибо.
Вонг, Белден, Серова и Грубиян. Все они в чем-то замешаны. Думаю, лучше собраться завтра в 10 и все обдумать. Что я делаю? Садись, Грубиян. До встречи, Джим. Ну, как дела? Неплохо. У тебя подают неплохой завтрак. Кстати, спасибо за сигареты. Мы всегда заботимся о своих гостях. Что такое? Пока экспертиза не готова. Ладно, Джим. Ну что, друг мой? Что ты здесь делал вчера вечером? Я заметил, что один из твоих ребят следит за мной. И решил проверить, так ли это. Так что, когда он потерял меня примерно в 9, я решил сам прийти отметиться. Ты не знал о том, что вчера вечером убили Белдена и Серову? Что? Да, вчера вечером. Значит, не зря заглянул. Во сколько ты приехал? Ровно в 9:29. И ты неплохо все продумал. Можешь проверить? Знаю, знаю. Ну вот. Привет, Вонг. Мистер Вонг, китайский полицейский. Стрит, у тебя на меня ничего нет. Да, я знал Серова, она часто приходила в мое заведение, как и многие другие. Например, Белден-младший. Да, вместе с Серовой. Что? Как хорошо ты был знаком с Белденом-младшим? Средне. А с его отцом? Мы знакомы. Когда ты видел его в последний раз? Вчера у себя в кабинете. Он приходил оплатить счет своего сына в баре. Вы поссорились, ты поехал за ним до ювелирного магазина и застрелил его. Белдена застрелили? Да. Как жаль. Да, ему стреляли так же, как Дэну Грейди, в шею. Что скажешь на это? За мной следил твой парень, мне не представилось случая. Что? Пришел мистер Форбс, говорит, вы его вызывали. Хорошо, впусти его. Подожди за дверью. Доброе утро, мистер Форбс. Хотели со мной поговорить? Да, вы помните мистера Вонга? Конечно. Как дела, мистер Вонг? Хорошо. Вчера вечером нас прервали. Расскажите, что вам известно о Белдене-младшем. Боюсь, я много вам не расскажу. Я вел дела с его отцом. Каким он вам представляется? Он всегда казался мне милым парнем, умным и воспитанным. Только не говорите, что он как-то связан с убийством своего отца. Возможно. Но я уверен, он замешан в смерти Серовой. Не могу в это поверить, капитан, это невозможно. Боюсь, вы ошибаетесь. Мистер Белден, капитан задержал его, когда он пил кофе. Садитесь. Это мистер Вонг. Это он обнаружил вашего отца вчера. Думаю, мы знакомы. Как поживаете? Мы искали вас всю ночь. Где вы были? Не понимаю, с чего вдруг полицию интересуют мои передвижения. В чем дело? Что вы делали в квартире Тани Серовой вчера вечером? Горничная видела, как вы уходили по черной лестнице. На вашем месте я бы рассказал капитану все. Не знаю, в чем дело, Фрэнк, но в любом случае можешь рассчитывать на мою юридическую помощь. Я должен исполнить долг перед его отцом и сделать все, чтобы защитить его. Что вы делали в квартире Тани Серовой вчера в 10 часов вечера? Ты был там, Фрэнк? Да, был, но я ее не убивал. Она уже была мертва, когда я нашел ее. Конечно. По-моему, надо осведомить молодого человека о его конституционных правах. Мы тут убийство расследуем. Таню Серову убили вчера вечером в 10:15, через 15 минут после того, как этот молодой человек зашел к ней в апартаменты. Это неправда. Она уже была мертва, когда я нашел ее. Вы уверены насчет времени, Стрит? Телефонистка в вашем доме слышала ссору и выстрел. Помните, нам позвонили, когда мы были у вас в кабинете? Да, точно. Ладно, Белден, хватит лирики. Говори, зачем ты ее убил? Я не делал этого, я любил Таню. Зачем мне ее убивать? Зачем? Я скажу, зачем. Из-за ревности. Вы решили, что она вам изменяет. Пришли к ней, а потом убили. Это ложь. Все ложь.
Вы нашли любимую убитой, и что вы сделали? Убежали и спрятались. Почему не вызвали полицию? Не знаю, я обезумел. Стрит, этот мальчик не может сейчас отвечать на вопросы. Еще как может, тем более он знает ответы. Господа, предлагаю всем успокоиться, а мистер Белтон расскажет нам, что произошло. Ладно, я слушаю. Давайте вернемся назад, хорошо? Когда вы последний раз видели Таню Серову живой? Вчера вечером она обещала выйти за меня замуж. Где это было? У нее в апартаментах. Я хотел пригласить ее на ужин, но она сказала, что плохо себя чувствует, и я поехал один. И что потом? По дороге домой я увидел свет в ее окне и зашел пожелать спокойной ночи. Вы всегда пользуетесь черным входом? У меня был ключ, понимаете? Иногда Тани не было, а я ее ждал. Но вчера вы открыли своим ключом дверь. Нет. Я помню, что дверь была открыта. Что вы еще помните? Да, Белден, продолжайте. Я вошел и позвал ее, но никто не ответил. Тогда я прошел в гостиную и на полу увидел тело у окна. Рядом с телефоном. Не знаю, я видел только Таню. Больше в комнате не было ничего необычного, что привлекло бы ваше внимание? Хоть что-то? Да, я помню, радио работало. Не пытайся меня обмануть. Когда я туда пришел, радио не работало. Если вы покинули апартаменты до 10:15, куда вы пошли? Не знаю, я вышел на улицу. Куда пошел, не помню. Я ездил на машине всю ночь. Что? Капитан, тут человек по имени Грисфолд хочет с вами поговорить. Что еще за Грисфолд? Что ему надо? Зачем вам Стрит? Я должен поговорить с ним. Я с радиостанции LMB. Он с радиостанции LMB. Не знаю такой радиостанции. Пусть проваливает. Он сказал вам проваливать. Итак, вы оставались в апартаментах до 10:15. Это вы убили ее. Прекрати это, хватит. Стрит, вы ничего не добьетесь, если будете давить на мальчика. Позвольте мне поговорить с ним наедине. Ладно, буду говорить с ним тихо. Хочешь увидеть своего отца? Нет. С какой стати мне с ним видеться? Возможно, он рад, что она мертва. Почему? Она ему не нравилась? Нет. Вы поссорились из-за этого со своим отцом? Да, мы поссорились, я ему все высказал. А потом вернулись вечером в ювелирный магазин и убили его, застрелили. Хотите сказать, что мой отец мертв? Хватит, прекратите, что вы со мной делаете? Дайте стакан воды, обойдешься. Я дам ему воды. Где она? Там. Что-то случилось, капитан? Принеси мне бренди. Садитесь вон там. Что вы мне предлагаете? Провести здесь все выходные? Как получится. Мистер Грубиян. Мисс Пресса. Да, Пресса, как вы догадались. В чем дело? Кто это? Человек с радиостанции Грисфолд. Откуда эта бумага? Это мое. Кто-то взял со стола. Ясно. Кошмар. Убийство у меня в офисе. Не суйся. Говори, грубиян. Что? Простите, что прервал, мистер Вонг, но я должен был проверить новую программу. Ничего, мне интересно. Да, но у нас теперь много проблем, и одна из них — как заменить Грисфолда. Представляю. Его программы были популярны? Очень. Он был талантливым молодым человеком, занимался всем от новостей до постановок. Женские роли он тоже играл? Да, например, во вчерашней постановке он играл роль очень эмоциональной женщины.
Вот рукопись. Спасибо. Эта программа идет примерно в 10 часов? Да, на радио все по секундам. У каждой программы свой регламент. Сколько она шла? 15 минут. Постановка началась в 9:50 и закончилась в 10:14. Оставшееся время занимала реклама. Не против, если я включу программу? Нет, конечно. Я уже закончил. Можно взять это с собой? Разумеется. Большое спасибо. До свидания. До свидания. Здравствуйте, сэр. Вам помочь? Да, это радио с дистанционным пультом управления. Да, именно. Не могли бы вы продемонстрировать, как оно работает? С удовольствием. Присаживайтесь. Спасибо. Вот пульт управления. Похоже на дисковый телефон. И работает во многом по тому же принципу. Он не присоединен к радиоприемнику. Пульт может находиться в любой части дома и переключать радиостанции. Стоит нажать здесь, как радио мгновенно переключит канал. Сейчас покажу. На каком расстоянии он работает? В пределах 60 метров. Выключить радио можно также? Да, просто нажать вот здесь. Смотрите. Что, опять? Да. А адвокат быстро вытащил тебя и этого парня из тюрьмы. А что такого? Тебе не удастся повесить убийство на нас. Кто-то убил Грисфолда, и ты был там, когда это случилось. Да, другие тоже. Я прекрасно понимаю причину предыдущего визита. Но что теперь у вас? Баллистическая экспертиза показала, что Белдена, Серову и Грисфолда убили из одного оружия. Можно проверить твое? Я не ношу оружие, здесь у меня его тоже нет. Можете все обыскать. Будь у меня оружие, я наверняка хранил бы его здесь. Похоже, ты не очень внимателен. Если пули окажутся выпущенными из этого пистолета, тебе не поздоровится. Отправишь на экспертизу. Так ты уверен, что я убил Серову, когда был у тебя в офисе? Сейчас мы это узнаем. Уведите его. Ты ошибся, Стрит. Убийство не моя стихия. Баллистическая экспертиза покажет. Не с места и не шевелись. Повернись. Какие люди. Капитан с рыболовецкой баржи Гарри Локета. Вот какую рыбу вы сюда поставляете.
Говорит мистер Ванг. Я немного поэкспериментирую с телефоном, так что обратите внимание, если он вдруг зазвонит. Заходите, Форбс. Это вы, мистер Ванг. Какое облегчение. А я думал, кто здесь? Так это вы опустили мимо моего окна веревку? Да, когда вчера вечером я увидел, что трубка лежит не на месте, я подумал, что телефонистка услышала не совсем то, что было на самом деле. Я вас не понимаю. Мне кажется, убийца заставил ее услышать то, что хотел в нужное время. По-вашему, убийца старался, чтобы его услышали? Он мог заставить ее поверить, что она свидетельница. С помощью кабеля, телефона и радио. Я вас не понимаю. Это радио, новая модель с дистанционным управлением. Давайте представим, что какая-то радиопрограмма идеально подходит к конкретной ситуации. Тогда ничего не стоит выбрать в нужное время ту самую радиостанцию, самому находясь вдали от приемника. Теперь я понял. Хотите сказать, убийство могли совершить раньше? Конечно. Тогда круг подозреваемых значительно расширяется. Возьмите хотя бы Локета, который сам приехал к Стриту в офис в момент убийства. Или кто-то из его друзей. Даже Белден-младший, даже он. Он был здесь в 10. Кто знает, возможно, это был его второй визит. Вы ведь в это не верите? Нет. И в то, что это совершил кто-то другой. Нет. Вы это хотели проверить, мистер Ванг? Да. И вы потянули за кабель, когда пошел налить выпить. А когда потянули за сигаретами, я выключил радиопультом дистанционного управления. Спасибо, мистер Форбс. Не трогайте телефон! Туда! Оператор! Здравствуйте, капитан. Мистер Форбс дома? Сейчас проверю. Оператор. Мистер Форбс не отвечает. Ладно, спасибо. Почему вы не отвечаете? Это мистер Вонг. Сказал не обращать внимания на звонки. Мистер Вонг? Да, он у мисс Серовой. Играет с телефоном. Надеюсь, ему весело. Пойду его проведаю. Играет с телефоном. Надо же. Я убил Грейди, потому что он мне мешал. И Белдена, потому что решил все рассказать. Грисфолда, когда узнал свою программу. А Таню Серову, потому что знала слишком много. Нет. Потому что она хотела бросить меня ради этого мальчишки. Это вы знаете слишком много. Вонг, это Стрит. Минутку, Стрит. Что ты тут делаешь? Руки вверх. Туда, к нему. Так. Сразу двое. Идеально. Вы хотите, чтобы мы повернулись? Тогда сможете выстрелить нам в спину, как Грейди. Бросайте пистолет. Сказала, бросайте. Отлично, детка. Присмотри за ним. Бобби. Бобби, дорогая. Бобби. Да. Все в порядке, эксперимент закончен. Соедините меня с Хэролд. Хэролд? У вас в штате звездный репортер. Мисс Роберта Логан. Только что она участвовала в поимке Джона Форбса, который признался в убийстве Дэна Грейди и Серовой.
Да, это правда. Конец фильма. Фильм озвучен компанией Art Media Group по заказу телеканала «Настоящее страшное телевидение».